Вы смотрите свежий выпуск проекта «Место происшествия». Мы продолжаем. Светился словно новогодняя гирлянда водитель Весты в Нововятском районе. Мужчина проехал путь от Радужного до Корчомкина на включенной аварийке. Неужели сломался? Инспекторы решили это проверить, но машина не останавливалась. Задержать водителя удалось только в слободе Вахрина. С ним пообщалась наша съемочная группа. Водитель «Лады» ехал на аварийке, инспекторы за ним на «Шкоде» с включенными маяками. Со стороны это выглядело как погоня, но только в режиме слоумо. «Веста» кралась со скоростью шага. Так, этот сверкающий дуэт проехал от Корчомкина до Вахрина, но вскоре водителю надоело играть в скучные догонялки. Он остановился, открыл дверь и отнюдь не только перегаром выдал свое состояние. Да ты че? Я не понял. Не закрыть или не закрыть? Закрываем тут. Не понятно. Машину закрывайте. Да не буду закрывать я. Не буду. Вот специально ваша, не буду. Ваше право не закрывать. Вот инспекторы предупредили водителя Александра оставлять машину незакрытой себе дороже. Тот советов не слушал. Назвать сговорчивым Александра нельзя, а ведь это только начало. Впереди экспертиза, и там вопросы посерьезнее. Предлагаю вам пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На поверенном приборе алкотектор Юпитер у нас здесь на месте. Вы согласны? Да, нет. Александр Юрьевич. Я что, тебе преступник, что ли? Ты мне наручники одел. Вопрос. Наручники одел, ты мне что, преступник одел? На вопрос мне ответь. А? Пошел ты со своими вопросами, понял? Оскорблять не нужно сотрудника. Я полиции. Кого оскорбил? Меня. Я говорю, ты мне полиции. Одел наручники за какие? Александр Юрьевич, да. Вопрос. Вот и тебе вопрос. На Александра надели наручники, потому что он несколько минут не останавливался по требованию. Но для мужчины это был не повод. Остановились на требование сотрудника полиции. Ты мне не тыкай, салабон. Александр... Я тебе никак... Так, Александр Юрьевич. Вопросы, вопросы. Что ты мне глаза тычешь? Давай, давай, давай. Сейчас со мной разговаривай, Александр Юрьевич. Я с вами разговариваю. Давай, я выйду. Да нет, я выйду. Ты, ё-моё, что ты, что ты? А чего? Водитель решил, экспертизу проходить он будет у врача. Поехали. Хорошо, на медицинское свидетельство. Конечно, поехали, поехали. Ну, слышали? Вы есть в райке, мали, в роли. На медицинское свидетельство, хорошо, сидим. Так, руки у меня отекли. Мне освободи, пожалуйста. Сейчас освободим. Водитель нарушил пункт 2.7 правил дорожного движения. За данное нарушение на водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Зря Александр проходил экспертизу у медика. Водителя наверняка теперь поставят на учет. Постоянные нарушители знают, в таком случае получить права обратно будет крайне проблематично. Сергей Пичугин, Павел Москвин, «Место происшествия».